ты просто запускаешь, как я круто вообще придумал. Вот, смотрите, вот как это я за себя прям так играю, видите? Вот тут все, ну, я хочу взять себя сейчас, мауки, вот я, вот как я тут, типа, я вот тут стою, добил ящики, ничего не трогаю, никого, я промазывать не буду, потому что в самом конце такой я хитрый сделал, вообще, это прям надо, блин, запечатлить, вообще. Вот тут бас летает себе, ну, просто я позицию, чтобы меня не трогали, ну, боже, я решил поменять эту позицию, как меня точно трогать не будут, ну вот видите, вот я такой наглый, я вот так вот сделал, чтобы меня вообще никто не трогал. Но я увидел Тика, который уже может меня трогать, но 8B тоже мне достает, поэтому я решил просто накопить ульт и убить Тика. Да. Но все-таки решил Баз расправиться с Тиком. Но Баз, к сожалению, также погиб. Да. Ну, я что решил? Я просто решил забрать эти банки и сразу, видно, убить этого Биби. Я случайно прыгнул, честно, сейчас. И сейчас я не ждал, пока накопится ульт, потому что прям... Зачем мне сейчас брать ради банок? Я лучше себя оставлю для действия специального. Вот, окопилась ульт, я забрал все банки и решил пойти обратно. Я дошел сюда и сразу решил к 8-битку. Я опять случайно что-то сделал не то. Я вижу розу. Я думал, сейчас ее заберу по-быстрому. Прыгаю, и она вот так вот прыгает. Я такой думаю, но... Что делать? Я такой подумал, что если я туда прыгну, она тоже прыгнет. Она прыгнет туда же, сделает такой же маневр. Поэтому я решил сделать по-другому. Я решил прыгнуть к ней, и видите, что сейчас будет. Вот я вот это вот прыгал, вообще. Это вообще, я просто... Это просто, я вот так вот победил, вообще. Круто. Вообще, я в шоке. Как сам себя даже в шоке, что я такой умный.